Твери водителей ждут изменения при проезде под путепроводом на Комсомольской площади. Речь о железнодорожном мосте, который будут реконструировать в рамках проекта по строительству западного моста. После перекрытия проехать под ним можно будет только по одной полосе в каждом направлении. Тротуар, расположенный справа от проезжей части в сторону Мигалова, закроют. Такая схема сохранится вплоть до окончания переустройства виадука. Однако при наличии технической возможности в сентябре постараются открыть дополнительную полосу. Водителям рекомендуется выбирать маршрут объезда по трассе М-10 через улицу Двор Пролетарки по Первомайскому микрорайону, либо мимо парка текстильщиков.